Перед просмотром данного ролика советую тебе посмотреть канал ProHacker. Чувак старается снимать разные игры, в основном Android жанров. Ну что ж, приступай к просмотру, а я уже подписался. Ссылка будет в описании. Так, ну что, самец, это ты? Да, это самец 10-го. Я тебя забираю. Не то забрал. Я тебя забираю. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Тутемпалт, а мы продолжаем играть в RK Survival Evolved Aberration. И что я тебе хочу сказать, да. Я сменил тот сервер. Попал на этот сервер 70-м левелом. Потому что, ну, был такой сервер старый русский, ну, там типа Heralds, карта Island. Я там через маяк, через башню, через обелиск попал в операцию со своим тем уровнем. И очень хорошо развился один. А потом я собрал драйв в основном. И вот он, собственно говоря, дрыхнет. А мы сегодня с тобой займемся серьезными делами. Очень большими серьезными делами. Нам надо будет с тобой сделать этот, я уже забыл, как он называется, генератор электрический, который я недавно изучил. Электрический генератор. Где? Я его уже не вижу. Вот он. А он мне нужен для того, чтобы мне нормально родился. Разумеется, у меня уже пистолет с патрончиками. Разумеется, он есть, без него нельзя просто. Так, убрать. Отлично, достаю пистолету. Так, вот он, мой красивенький. Смотри, что он может. Вот, внимательно смотри. Аллаху Ахбар. Так, ладно. Мне надо тратить священные патроны, а заниматься делами. Мы с тобой сейчас будем приручать мне опустошителя. Второго опустошителя. Так, краб, пусти меня на себя, пожалуйста. Вот да, ты вот, наверное, сейчас охреневаешь, как я так развелся. Ну да. Пока я столько времени не снимал, я очень хорошо развелся. Вот, ты тут можешь увидеть вот опустошителя, которого я приручал для своего сатрайбовца. Вот у меня спинозавр. Самса. И, кстати, вон мы в углу видим как раз мой сатрайбовец. Входит в игру. Он решил войти в игру. Поэтому мы сейчас будем с вами играть не одни. Так. Спинозавр, ну давай что ли его загасим. Просто хочется тебе продемонстрировать всю мощь краба. Начнем с этих лишних. Давай, фигачь его сразу двумя, давай. Скажи ему, кто босс. Спинозавр уже весь в крови, надо его догнать и добить. Давай, добиваем. Ну, давай, отлично. Отлично. Так, мясо есть на сегодня. Так, я хотел найти опустошителей, закинуть его на базу. Ах, ну да, мы же забыли, надо написать всем привет. Так, что тут карнотавр на крыше? Давай его оттуда снимем, что он мучается. Все, гуляй, карнотаврик. Пусть тебя боятся тут. А мы искать опустошителей. Да, с опустошителем мне придется помаяться чутка. У меня что с стрелами? Стрел у меня 44 обычных стрелы, но если что зайдет все дело, да. Что-то странно. Опустошителей нигде не вижу. Вообще нигде не вижу. Так, ну наконец-то я в каком-то веке выследил опустошителей. Но мне бы уровень какой-нибудь получше, конечно.
Так, ты 10-й, ты 25-й. Где еще? Где третий опустошитель? Стопы, вы все самки, что ли? Самка. Самец. Мне бы самца, у нас уже самка есть. Это бля, что такое? Что-то не то с этой крысой. Забаговало слегка. Так, ну что, самец, это ты? Да, это самец 10-го. Я тебя забираю. Не то забрал. Я тебя забираю, погнали отсюда. Так, давай, бежим, бежим на базу. Сейчас, короче, такой план у нас с тобой. Мы его берем, относим на базу. Из ворот всех Дина, которые там были, выносим. Куда подальше выносим. О, какая высотень-то. Воу-воу-воу-воу-воу. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Больно. Выносим их всех нахрен. Чтобы их не сожрал этот опустошитель. Или они его. И, соответственно, выполняем операцию. Бля, не трожь меня. Иди нахуй. Не трожь меня. Ты же не... А, ну ты скотина. Я тебя этой клешней отключу. Батый бойный. И 10 уровень. Я... А, уровень... А, ну, 25-й, по-моему. Это было просто. Вот так и надо всем охуевшим давать пизды. Так, давай. Я уже на базе. Что-то опустошитель плохо, что ли? Мне кажется, вроде все нормально. Так, самое главное, крабу сейчас на не на пассивность поставить, а то он этого опустошителя нахуй отпиздит. Поведение пассивное. Чё, пассивный? Пассивный. Бля. Хочу сейчас лезть. Отпусти. А, ну конечно, нам же попить надо. У нас воды с тобой нет ни капли. Ни капли нету. Давай, пьем воды, а еще мне тут одни пиздатые пацаны подарили вот такую флягу. И это круто. Так, давай. Получен опыт. Ты что делаешь? А, ну вот, конечно, Привет, Карс. Это мой соплеменник пришел. Так, давай открываем врата. Это что, топор от Караса? Топор никому не нужен, да? Сейчас надо сказать ему, чтобы он это не ставил на пассивность. Нет, там уже какую-то хуйню он в чате написал, просто стараясь побыстрее строчить. Так. Вау, 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 вау. Полегче.
Не открывай ворота. Ганда, ты чё, ебанулась? Ганда. Кто тебе тут ходить разрешал? Ты дура, блядь. О, господи, сейчас начнется у меня тут перестановка, не перестановка. Ты-то чё? Проснулась. У тебя блуждание отключено. Мать. Так, наркотические стрелы. Мне надо. Наркотические стрелы. Давай. А, я ему уже второй раз пишу. Не открываю ворота. Так, сейчас посмотрим, сколько хватит у нас стрел на этого говнюка. Карас уже тут сидит и разбаговался. Так, вот он. Давай прям в попку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот ты не хочешь, что все прыгнет. Семь. Я седьмой отрубился. Так, вот он, на том же самом месте, правда, не очень так выглядит. Так, давай ему сюда засунем яды всякой. Сделаем селфи. Надо же селфи сделать тебе на превьюшечку. Так. Зверей заносить можешь уже. На-на-на-на, блядь, чё за хуйня ты сделала? Так, пусть зверей заносит. Этот пусть голодом томится. С ним все у нас выйдет на ладушечки. Так. Я же убивал кого-то? Да, ну конечно, я кого-то убивал. Мясо у нас уже с тобой и есть. Так. Самса уже тут. Наша игроку пассивная, бля. Да ебал. Тройное еба дрожит, чё. Я... генератор делать. Так, давай посмотрим на данные. Пока он спит. Вот и пусть спит. Так, окей. Для генератора нам там нужен металл и еще компьютерный чип. Компьютерный чип нам еще нужен. Точнее, этот. Электроника нам нужна. Я уже это путаю с обнафтикой. Электроника. Взял электронику.
Сейчас сюда. А, давай. Лес. А лес. Ты чё, ебанут? Чё за хуйня? Краб, это ты всё. Краб. Краб, блядь. Это всё ты, я знаю. Ты мешаешь мне залезть. Давай, отойдем мы с тобой. Так, давай, 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 давай. Забегаю, забегаю. Все, я забежал. Я беру металл. Металл взял, сколько смог. Smoke cream. Every day. Так. Это я взял. Давай 68. Сможешь? Не сможет. Не осилит разделить стак, отделить половину, открыть инвентарь, переложить. И так он тоже не сможет. Как так? Эхе-хе-хе-хе. Так, открой дверь, сможешь? Нет, он не сможет открыть дверь. Не сможет. Металл, нафиг. Я помню то, что электрический генератор делается у нас в станке. В станке он у нас должен будет делаться сейчас. Я вот таким вот способом непонятно могу все дело это донести. Ну, почти. Так, давай. Вот тебе отдам. Ты мне сейчас это поможешь. Так, давай. Беру. Принимаю. Хе-хе-хе-хе. Так. Держите для выбора действий. Нет, стой. Докинь металл, пожалуйста. Отлично, докинул. Так, это... Все есть. Нам же там для электрического генератора надо всего лишь то 10 электроники, 25 металла. Хватит. За бензинчиком сгоняем. Бензин у меня тут в доме. Как раз то. 25 бензина. Давай сейчас сварганим. Давай, включаем постройки, электричество, электрический генератор. Все, нам больше ничего и не надо. Я тебе могу поставить... Ты вообще какого... А, шикарно, он на землю ставится. Он ставится на землю, это... Идеально. И я вот это вот место такое вот выбрал для него прикольненькое. Чтоб до него хрен кто тут добрался. Вот тут он будет стоять. Электрогенератор. Так, должен содержать... Так, вроде все нормально. Ну, вроде. Правда, моего соплеменника опустошитель сожрал. Так, у этого еще...
Так. Как ниндзя напал на него из кустов, ты понимаешь? Из кустов на него налетел. Бля-бля-бля-бля-бля. Сейчас чувак прилетит серьезный. Он уже тут. Почему мне так тяжело? Надо поздороваться с чуваком сяли. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-э. Полегче. Карас в трусах. Вот этот наш солидный чувак. Стой, 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 не закрывай, не закрывай, не закрывай. Привет. Так, чтобы... А, вот у меня проблем-то с чем. Вот видите, у нас тут очень активный сервер. Очень крутой сервер. Как-то неудобно перед ним ворота, конечно, закрывать. Но я этим заниматься и не буду, пусть открыто. Ну да, наверное, уже хорошо. Так, давай поместим то, что у нас мусор остался вот сюда. Ну, точнее, ненужные вещи. Водички выпьем. И пойдем с тобой вот такие бойные, типа мои опасные. Вот видишь, что у меня? Я опасен. Я самый опасный на этом сервере. Сейчас, короче... Надо показать, какие небыльные. Он улетел? Или не улетел? Так, ты как приручаешься-то? Почти проголодался, почти. А его и нет, этого чувака. Куда он делся? Нету чувака. Улетел. Что-то я его слышал, кажись. Где-то он рядом тут летает, короче. Так. На каком там... Вот, короче, у меня, к сожалению, для генератора еще не открыты провода, да. Вот это проблема. Проводов-то нету. Нету проводов. Так, на 49-м из металла все делается в основном. Так, генератор я заныкал. Чупакабра. Хорошее название. Он все-таки назвал свою собаку. Да-да, провода. Тут. Так. А краб мне нихуя не даст залезть, да? Вот ты ж краб.
Так. Ну, как говорится, все равно на всякий случай лучше иметь турель. Потому что мало ли на тебя там возьмут и нападут какие-нибудь говнюки. Ладно. Предлагаю тебе показать момент, когда он будет приручаться, этот опустошитель. К сожалению, у меня сейчас еще нету на него седло опыта. Делается оно, в принципе, вот так на 47 уровне. Я думаю, что ты серьезный чувак, если ты сейчас это смотришь, что ты уже вполне готов. Скажу инфу, опустошитель, он может лазить там по всяким лианам. У него вес уменьшается, то, что набираешь, на нем можно очень хорошо добывать ресурсы, и он, небось, разгоняет очень приличную скорость, но я это еще не проверял, потому что у меня нету седла. Так, ну ладно, я нажму видео на паузу и покажу тебе момент, когда он наконец проголодается. Ну что же, он у нас, этот 10 уровень, вполне так хорошо проголодался, и мы можем с тобой ему... ложить похавать. Сейчас смотрим, сколько эффективность приручения у него пойдет. Эффективность приручения 86% плюс 4 уровень. Он слабенький, наверное, будет. Эффективность, правда, сразу быстро пропадает. Их! Приручение 37, поспи. Спать. Поспи. Поспи. Спи давай. Блин. Вот он пока спит, и у него плюс 3 уровень, он мне обещает. Вот он, конечно, дал жару. Так, пчелка на него напала. Так, 40%. Ну, пока вот у нас идет это нудное дело, почему бы нам на пиздатом крокодиле не прокатиться? Блин, еда. Еба, тебе жрать пора. Да, пора тебе пожрать. Сейчас твоя жертва. О, нет. Закройся. Вот это лошадка. Твоя жертва. Сожри лошадку. Забей лошадку. Угол. Это древняя охота на зебр. Так, отлично. Мяс, правда, мало. Жалко. Сейчас заценим нашего аллигатора в воде. А в воде он просто прекрасен. Да, в воде он прекрасен. Так, вот мы видим тут крабов и еще всякую хрень. В принципе, я давно хотел какую-нибудь подводную пещеру тут найти, отыскать, но, видимо, мне этого не светит сегодня, да. Видимо, мне этого сейчас не светит. Их, наверное, нет, этих подводных пещер. Наверное, просто нет. Наверное, это просто легенда. Задыхаться мне не хочется, поэтому выплыви, пожалуйста. Так, что тут у нас? Опять пожрать ничего нет, как всегда. В принципе. А, вот, вот наша жертва. Смотри, как она находится. До какого уровня? 65-го. Ну и похуй, я тебя сожру. Аллигатор нападает. Аллигатор съеден в воде. На суше, аллигатор иди в воду. Самса, атакуй его, давай атакуй его. Атакуй его во имя священных крокодилов. За жопу его, за жопу, вот прям за него.
Да, я очень занят. Я безумно занят. Так. Я тебе напишу, погоди, я тут почти динозавра забил на мясо. Догоняй, крокодил, догоняй. Бля. Не-не-не. Вот пчелы это не по плану. Еб. Нет. Ой, крокодил. Не-не-не, а от пчел подальше. Подальше от пчел. Так, а, вот он. Там на стуле пчел вышел. Так, отступаем. Нет, у тебя большой левел. Жираем тушу. Отлично. Это было круто. Это было пиздато. У меня есть новые стрелы. Так, ты покушал его, какие копья хуебаны. Так, а, стопы, я же это выкинуть хотел на себе собирать его. Так, это не надо. Мяс мало. Урон в ближнем бою, пожалуйста, повыси здоровье. Так, аллигатор. Вон, теплодок подошел близко к воде, надо его схватить за жопу, давай. Давай. Ну, бля, давай. Еще. Сдавайся, он маленький. Аллигатор будет жрать много. Я уверен, что ты сможешь сожрать какого-то... Ой, ебона, давай, жри. Он только дыхаться умеет. Стопы. Ну-ка, быстрее его за жопу. За жопу его, под жопу ебани. Вот так вот. Вода — это твоя сила, вода — это твоя скорость. Давай его задеть. Ебана вылет. Бля. Стой, беги. Так, давай. Так. Ну. Давай, еще за жопу его, давай. Отлично, наступает. Это моя добыча, спинозавр. Свою я. Кушаю. А с какого хрена я устаю? Ладно, съешь грёбаные грибочки. Нифига не вижу, давай, быстрей. Время, пожалуйста, уходи быстрее. Мне надо этот платок отдать. С пчелами это, конечно, угар. Бля, не вижу. Берись. Так, давай. Да зажри ты его, блядь. Сука, выдула. Не любил этих диплодоков, они выдуют просто.
Бля-бля. Ох ты как. Вот я сейчас вот так в обход. Заебись. Так, отлично. Давай. Ебам мясо-то. Ух. Охуенно. Сейчас посмотрим, как наш опустошитель там поживает. Плывем, плывем до базы. Она недалеко. Опустошитель, наверное, там у нас хорошо себя поживает. В принципе, на крокодиле плавать очень удобно. И кайфово. Он развивает здесь большую скорость. Это круче, чем спинозавр. Ну, по скорости передвижения в воде. В основном. Крокодил рулит. Самый быстрый способ доплыть до базы — это крокодил. Вот я уже вижу наши ворота. Наши крутые ворота. Навороченные ворота. Уже кто-то свет включил на базе. Значит, он на базе. Не открой. Или пусти. Так. Надо помочь. Соплеменнику моему. Так, этот эффективность у тебя какова? Эффективность маленькая, 66%. Так, что у меня со спина? Может быть, еще спинозавра покормить надо? Ну, конечно, его тоже надо покормить. Зверей надо печь, кормить. Так, ну-ка. Заебейся нахуй. Так, ну, давай. Закройся. Понеслась подружка. А морда понеслась. Я раньше думал, то, что лучше приручить спинозавра. Ну, понял то, что все-таки крокодилу минусов больше. Потому что крокодил приручается, легко его накрыть, он взять. Ну, а этот... Ну, да, вот спинозавра больше всего поддерживает мощь. Он может вот так вот врагов грызать. Все. Он может грызать своих врагов. Сейчас вот этот вот чувачка. Давай лопай. Спинозавр уже даже устал. Так, ну давай. Лопай, 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 еще лопай, давай. Какой упорный-то, а? Давай, гряди его. Лопай его. Давай ему лопай его. Я еще энергии нормальное количество. Вот это ебаный уже крайний, он раскипает. Вот так вот нас жопастыми цепями. Давай еще. Еще. Отлично, еще. Еще в жопу его, в жопу. В жопу его, давай еще. Отлично.
Дуду давай сожрем. Одного укуса. Откачаем скорость. Так, отлично, мясо есть. Вот тебе и пожрать что есть. И уровень прокачан, поэтому все шло в нашу пользу. Надо будет проверить, как там дела с металлом. Держись. Еще металл, наверное, не весь переплавил. Так, ладно, пока я делаю все вот свои дела, в принципе, могу отмотать себе ролик на тот момент, где уже наконец приручается опустошитель. Так, вот и настал момент придумать имя для нашего опустошителя. Это будет... Чубакка. Вот так вот теперь поворачивайся. Опа, вот он тут уже стоит. Его лицо похоже на душу вампира. Он опасен. Он очень опасен. Свист нейтралитен. Отношение к рагу нейтральное. На нем можно бы было покататься, но не. А, у них же теперь еще сила, которая называется связана узами, так? Ну вот, как-то так, дорогой друг. Ну что ж, ладно. Надеюсь, тебе понравилась данная серия ARK Survival World. Подписывайся на канал, ставь лайк. Буду очень рад каждому новому подписчику и лайку. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.